Усолье Сибирское – один из старейших городов Приангарья, который расположен вблизи большого месторождения каменной соли. В 1936 году здесь построено мощное градообразующее предприятие «Усолье Химпром», один из лидеров химической промышленности в стране. История завода заканчивается во времена перестройки. Хозяева регулярно меняются, в результате остается заброшенная территория в бедственном положении и зараженная ртутью земля. В 2020 году ситуация взята под контроль. По поручению президента Российской Федерации в рамках федерального проекта «Чистая страна» госкорпорация «Росатом» занялась рекультивацией промышленной площадки в городе Усолье-Сибирское. В 2020-2021 годах приведены в безопасное состояние наиболее сложные объекты. Экологической катастрофы удалось избежать, и все же грунт на участке по-прежнему заражен. Ртуть – высокотоксичный металл, но просачиваясь в воду, он преобразуется микроорганизмами в многократно более токсичное соединение – метилртуть. Попадая в организм человека, соединение поражает нервную систему. Для обезвреживания всех ртуть-содержащих отходов будет создан экотехнопарк «Восток». В реализации проекта федеральный экологический оператор использует опыт рекультивации крупных объектов накопленного вреда. Например, в 2021 году возвращена городу территория Челябинской городской свалки. В 2024 году, после полной очистки зоны бывшего химпрома от ртути, экотехнопарк «Восток» станет местом притяжения предприятий зеленой химии. Кластер займется промышленными отходами металлургической и химической отраслей Иркутской области и ближайших регионов. Проект технопарка разрабатывается в тесном сотрудничестве с научными институтами Сибири. Совместные технологии в области химии позволяют организовать процесс переработки опасных веществ таким образом, что отходы сами становятся сырьем для производства. На выходе остаются нулевые выбросы. Усолье-Сибирское вновь станет мощным центром, высокотехнологичным центром новой зеленой химии.